Опачки! Здорово, фортнайтеры! Наконец-то, ребята! В паблике появилось кое-что интересное. А именно... вот это. Чё, где прикол? Let's go! Да! Да! Наконец-то в Fortnite добавили граплер. Точнее, вернули граплер. Но помимо того, что вернули обычный граплер, добавили еще и новый ледяной граплер. Ребята, получился очень сочный видос, поэтому всем вам я советую прямо сейчас подписаться на канал. Вот она вам кнопка за моей спиной. Протыкайте ее хорошенечко. Подпишитесь на канал, ну и потом можете смотреть ролик, естественно, до конца. Всем большое спасибо, лайк не забудем. Не забудем лайк поставим, правильно? Лайк, пожалуйста, вот такой лайк ставьте. Набираем 15 тысяч лайков, и на следующем видосе я буду отжиматься за донаты. Прикиньте, я ж там стримлюсь еще. Кто не знал еще, что я стримлю? Понедельник, среда, пятница, 10:00. Вон там, я стримлю, да. Жду тебя. Короче, 15 тысяч лайков, и я отжимаюсь за донаты. Это же крутой контент будет. Видос получится классный. Короче, все, ребят. Смотрим ролик. Всем спасибо. Погнали. Ну что, ребята, граблер идем искать. Мы, получается, ребята, идем искать граблер. Называется «Найди свой граблер». Иду искать, Люда. Я иду искать свой граблер. Где же ты, мой граблер? Мой любимый граблер. Ах ты... ах ты ебобка. А сколько у тебя хп, бро? Тупо лазер. Это был тупо лазер. Let's go! Let's go! Разваливаем паблик! Уничтожаем, унижаем ботов. Имба, 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 имба. Спасибо, спасибо, спасибо. А что если эту штуку с граблером юзать, прикиньте? А ну стоять, кто поехал? Тормози, братишка! Не пугай меня! Это что за мув? Чуваки, вот это с кайфом было. Это просто 300 IQ. Просто 300 IQ. О, лама. Чувствую, эта катка будет топовой. Да едь же ж ты нормально. Дай мне свои ресурсы. Опа. Смотрите, ботня. Смотрите, ботня. Ярко выраженная ботня. Вот почему, ну типа, вот почему мне закинуло бота в катку? И тут же сейчас будет челик, который 24/7, типа, в арене сидит. Почему? Потому что матчмейкинг поломанный. Вот почему. Вот почему. Ну где мой граблер? Я хочу граблер. О, новенький. А, я понял, застроил мне джамп. Прикольно придумал. А, да? Прикольно. Интересно, да? НТ. Вот почему я говорю, что паблик гораздо сложнее арены. Так. Секундочку. Дорогие друзья, естественно, если вы вдруг еще не знали, в магазине предметов Fortnite много разных крутых скинов, которые вы прямо сейчас можете купить. Он постоянно обновляется, если что, да? Вдруг кто-то только недавно в Fortnite пришел. Ребята, вот он, магазин предметов, забирайте скинчики. А прямо сейчас, допустим, здесь набор потусторонних легенд. Это прям must have для киберспортсменов. Кто из вас киберспортсмен? Напиши в комментариях. Это вам 100% нужно забирать. А, стоит всего 749 гривен. У меня это гривни. У вас это будут рубли.
Но перед тем, как это забрать, обязательно не забудьте вписать тег поддержки автора в магазине предметов. Вот этот тег автора, Елексер. Принять. И не забывай обновлять его каждые 2 недели. А потом спокойненько купить. Спасибо. Квитанция выслана по электронной почте. Ну что ж, у меня теперь есть сумрачная добытчица, с которой я обязательно поиграю. Напишите в комментариях, хотите ли вы видосик с этим скинчиком, а? Очень классный скинчик, я считаю. По-любому. Киберспортсменам просто must have. Что ж, все. Сорян, что вас задерживаю. Смотрим ролик дальше. Серьезно, блин. У меня ресов нет! У меня нет ресов. Let's go! У-у-у! А вот и граплер! Спасибо за покупочку! Я унизил Баффало в паблике 1 хп! Ой, боже. Ну что, тестим граплер? Поправочка граблер. Ага, он сразу дает, да, эффект? Так, хорошо. А что если взять перцы и заюзать граблер? О-о-о! Я Человек-паук! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ту-т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 у
может быть очень классная острота. Мне купили граблер. Мама, мне купили граблер. Я забыл, у меня же фулл дэмэдж есть. Надо бы это, не забыть, что фулл дэмэдж есть, ребята. Ай. О, челик. Еще челик. Как он попал? Ну как ты попал? Меня не редачится. А чё меня не редачится? Это из-за светлячков у меня не редачилось. Ну, обычный мне уже не нужен, правильно? Обычный-то мне зачем? У меня есть суперский граблер. У меня есть граблер для настоящих мужиков. Ну, как прикольно вообще. Я прям кайфую, ребят. Я прям кайфую от Фортнайта. Вы прикиньте? Ялыч кайфует от Фортнайта. Вау. Еще лама. Чуть не отлетел. Граблер — это мой любимый предмет в игре. Это без рофла. Самый интересный. Самый кайфовый. Чуть не отлетел. Блин. Было бы обидно, если бы я отлетел. Вижу челика. А, не уезжай! У него такой же? Пошел ты нахер, козел! Ребята, я забираю граблер. Let's go. Так, я взял граблер. Самое время сделать кучу киллов. О, граник. Имба. Медуза. И чекайте прикол. Let's go! Вот так мы играем. Мне нужны шилды, мне нужны, мне нужны, мне нужны шилды. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай.
то как! Оп, плюс инсульт. Ох, я им сейчас устрою, ребята. Ох, я им сейчас устрою. Ай-ай-ай, больно, больно, больно. Не устрою, все, 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 не устрою, не устрою, не устрою. Не буду ничего устраивать. Я уже обосрался, все, спасибо. Все, 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 все. Следующую зону чекаем. Еще не цепляется. У меня граблер не цепляется, ребят. А за что ты по мне стреляешь? А что я тебе сделал? Плюс ракеты, найс. Нет! Нет! Сори, бро. Я ж хочу с граблером поиграть, не получается. Что это? Сколько хп? Понял. Ну блин. Ай, ну блин. А, ё-моё, с этим граблером запутаешься. А, это последний. Это нереально, это нереально. Я его выкинул за зону по итогу. Я его хотел выкинуть за зону, я его по итогу выкинул за зону, но он выстрелил в этот же момент. Как обидно, капец. Но, окей, считай, отдал победу. Натуре. Можно посчитать, отдал победу, по факту. Ладно, мы потестили граплер, это главное. Катка была очень сочная, классная, мне понравилось. Тег автора не забываем вписывать в магазине предметов. Вот здесь вот у нас поддержать автора, вот он, я Лексер, видите, я Лексер. Вот здесь вписываем, обновлять его не забываем каждые 2 недели. Всем пока, всем удачи. Было круто.